Так, всем привет. Давайте немного подождем, вот кто еще подтянется. Так, ну ладно, давайте начинать. Так, меня слышно, видно? Можете написать плюс в чат. Ага. Так. Хорошо. Да, давайте начинать. Так, значит, сегодня у нас семинар по визуализации данных. Соответственно, будем разбирать библиотеки Matplotlib и Seaborn, ну и то, как их использовать вместе с Pandas. Так, уже были какие-то библиотеки по визуализации на каких-нибудь курсах? Можете сказать словами или плюс в чат. Минус, плюс. Хорошо, значит, будет кому-то полезно. Хорошо. Соответственно, то есть библиотека для визуализации. Самая простая библиотека – это Matplotlib. Ну, она по большей части, знаете, так, дешево и сердито. То есть графики рисуют, но, может быть, там не самые красивые. Дальше идет Seaborn. Библиотека чем-то похожа на Matplotlib. Похожий синтаксис, похожее использование. Но больше функций и графики получаются покрасивее. Также дальше идет библиотека Plotly. Не, по-моему, сегодня ее особо не будет. Она как еще более крутая. С ее помощью можно делать всякие графики с взаимодействием. То есть не просто картинка PNG-шная, а вот какие-нибудь типа селекторы, там выборы, там, не знаю, наводишь на точку, тебе там написаны какие-нибудь данные, там, не знаю, название этой точки, ее там точные координаты и так далее. Ну,
эта библиотека работает, понятно, помедленнее, ну и немного посложнее. Ну и всяких там функций и видов графиков там много больше. Ну, давайте начинать. Соответственно, вот уже первый график появляется. Вот мы скачали данные, ну, просто в пановский датафрейм, и теперь мы можем с помощью CNS, это у нас Seaborn, сокращение, можем нарисовать вот pair-plot, ну, это график пар, получается. Дальше мы просто указываем датафрейм, который мы хотим засунуть, ну, и hue – это вот то разделение по цвету. Ну, и в Matplotlib часто, и вот в Seaborn, когда мы хотим разделить, там, чтобы одним цветом нарисовалось одно, там, другое цветом другое, мы пишем hue. Соответственно, ну, написали, соответственно, прогнали. Ну, медленно прогоняется. Да. Вот. Вот там как раз и нарисовался график. Соответственно, ну, графики даже. Соответственно, что тут с чем? Соответственно, видно, что по оси Y у нас идут все наши столбцы, которые были раньше. Ну, это датасет все еще Титаника, с которым мы работали на прошлом уроке. Вот Passenger ID, P-класс, H и так далее. Соответственно, по оси X тоже идут те же самые колонки. И, соответственно, видно, что тут два цвета, синий и зеленый. И вот справа в легенде написано, что survived. 0 – это синенький, и 1 – это зелененький. Соответственно, можно посмотреть на графики и вот что-то сказать. Ну, также можно посмотреть и на просто на какие-то статистики датасета. Ну, то, что мы смотрели в прошлый раз. Def.describe. Минимум, максимум и так далее. Также можно оценить долю none. Как мы помним, none – это какие-то пропущенные значения, то есть там, какие-то столбцы, там, ячейки, которые не были заполнены. Ну, соответственно, видно, что у passenger ID не было пропущенных значений. Ну, понятно, что каждому человеку мы присвоили какой-то ID-шник, и как бы пропущенного значения тут вряд ли может быть. Ну, выжил или нет, вполне тоже понятно. Вот, пропуски есть в age, ну, наверное, не знаю, кто-то неизвестен возраст, там, кто-нибудь не указал. Далее. Кабин тоже, вот, много людей, насколько я понимаю, ехали не в кабине, а как-то неизвестна была их кабина или еще что-то. Ну, эмбарк тоже, где человек сел, может быть, где-то посредине залез. Соответственно, когда мы дальше хотим рисовать какие-то графики относительно датафрейма, можно даже особо не вызывать какие-то специальные графики из самих библиотек, то есть из Seaborn, из Matplotlib. Можно просто из датафрейма сразу вызвать. Соответственно, здесь мы просто, ну, мы используем PLT от Matplotlib сокращение, ну, просто чтобы указать размер, соответственно, вот здесь вот fix size, какой будет размер у графика, ну и title, какой будет, будет название у нашего графика. Ну, а дальше просто вызываем hist от нашего датафрейма. Ну и видно, что график побольше. График стал побольше. Ну и у него появилось название. Ну и вот как раз 0.1 гистограммка есть. Да. Ну, также можно и для возраста сделать. Так. Сейчас. Бывает. Если можно посмотреть гистограмму возраста. Ну, снова же, как мы смотрели с вами в прошлый раз, если кто-то помнит, что там вот люди обычно там от 20 до 40 лет были. Ну, тут вот и видно, что около 20 прям много, 50 человек около 20, а там уже там 70-80 уже людей много меньше. Ну, и от 0 до 20 тоже мало. Логично. Дети редко ездят куда-то. Если, ну, дальше что? Мы хотим гистограммку, не просто гистограмму все значения, а вот с разделением по возрасту и
ну, и с разделением вот выживших и невыживших. Мы в прошлый раз вот какие-то такие строили гистограммки немного там для выживших относительно класса, относительно еще чего-то. Так, а вопрос в чате. Что такое параметр bins? Bins – это параметр, который говорит, сколько будет столбцов. То есть давайте его здесь укажем, не знаю, просто таких, два столбца. Сейчас, вот видно, что у нас все наши данные разделились на два столбца. То есть они там взяла средние, то есть там люди от 0 до 80, поэтому просто разделили. То есть от 0 до 40, от 40 до 80. Ну и понятно, что если мы укажем вот эти 50 бинов, то как раз будет 50 разных столбцов. Все наши данные поделятся на 50 равных отрезков. Сейчас, ну, считать не буду, но около того. Так, надеюсь, ответил на вопрос. Так, дальше уже... Так, пожалуйста. Значит, дальше как раз используем не встроенный пандасовский график, а уже Сиабор. То есть добавляем какое-то разделение. Снова хью, как я уже говорил, это чтобы разделить по цвету. Снова вот. У нас тоже снова гистограммка. Снова по оси X у нас возраст, соответственно, так как гистограмм по оси Y количество, но уже есть разделение 0,1. Ну, соответственно, видно, что разделение, ну, когда оно разделилось, видно, что столбцы получились полупрозрачными. То есть, да, это удобно, они, например, не перекрываются. Вот, ну, окажется, что, например, вот в такой возрастной группе там, выживших окажется больше, чем невыживших, и там, если невыживший сзади, то просто закроется этот столбец. Вот как вот здесь, например. Когда людям 20, то вот умерших больше, чем выживших. И то есть, если бы оно не было полупрозрачным, там не было бы видно. Ну и наоборот, например, вот с маленьких детей, очень маленьких детей, больше выживших. За счет того, что оно прозрачное, оно не перекрывает. Ну, то есть, достроить прозрачность тоже можно. В Matplotlib там, насколько я знаю, так особо не настроишь. Там можно как-то их вот стакать друг на друга, что было в прошлый раз, ну, или как-то аккуратно рисовать. Но не очень удобно. В Сиаборне получается вот красивее. Ну и видно, что, например, сзади еще есть сеточка какая-то появляется, вот она, чтобы удобнее было считать примерно вот с какой величины эти столбики. Ну, соответственно, это тоже можно настраивать. Там, какого цвета будет вот эта сетка сзади и так далее. Так, вот, а, вот как раз, как такой график в Matplotlib делать. То есть, ну, можно вот здесь вот, типа, указываем, что оно стакается. Но, ну, короче, это получается дольше и, по-моему, не так красиво получается. Ладно, продолжаем дальше работать с данными. Ну, снова, корреляцию между столбцов, между признаками мы уже с вами смотрели в прошлый раз и там пытались сделать какие-то выводы. Ну вот, типа идеи, давайте сделаем ее более читаемой. То есть тут мы смотрели вот просто на чиселки и пытались понять, какой там из них больше, там, какой там самое большое. То есть вот там, не знаю, значение 0.08, оно на самом деле большое или нет. Там, ну, по модулю мы там смотрели на другие, там искали какое-то самое большое, тоже все глазками. Ну, понятно, что как бы это может быть неудобно, и зачем, если можно рисовать красиво. То есть вот эта штука называется heatmap. То есть понятно, что оно для каких-то 2D-матриц, соответственно, по X и по Y, ну, наши строчки и столбцы, и посерединке как раз стоит то значение, которое у нас в клеточке. Ну, здесь просто цветом, ну, и дана шкала. То есть один это у нас там практически такой бежевый, ну, и до черного это, который совсем маленький. Ну, видно, что вот P-класс и фары у нас тут очень сильно связаны. Ну, снова же, мы помним, что это логично, что чем больше, чем выше класс, тем дороже билет. Вполне логично. И более наглядно. Соответственно, можно еще как-нибудь даже покрасивее сделать. Соответственно, можно настроить. Если использовать CMAP, ну, вот это color map, какие цвета у нас даются. Соответственно, здесь по умолчанию у нас от бежевого до черного, а здесь приложение от красного до синего. Ну, как кому нравится. Annot true, ну, это есть ли аннотация, что стоит ли тут у нас наши чиселки. Здесь чиселок не было, здесь чиселки появились. Ну, и формат. То есть у нас были здесь какие-то тысячные, десятитысячные и так далее, а здесь просто два знака после запятой. Ну и понятно, что как бы так вот корреляцию воспринимать удобнее, чем просто с чиселками.
Ну, и, соответственно, даже приведен какой-то вот неповторимый идеал, что-то получше. То есть вот, выбираем только тот текст, который там больше, чем 0.3 по модулю получается. Ну, тоже понятно, что как бы мелкая корреляция там есть, но как бы зачем нам ее подписывать? Давайте сконцентрируемся на самом большом. Ну, снова же, как кому удобно. По-моему, вот этот heatmap тоже вполне читаемый, и если вам не хочется этим заниматься, то такое, мне кажется, тоже вполне сойдет. Так, теперь bar plot. Ну, как понятно из названия, это график каких-то, график полосочки. Ну, понятно, что типа, если мы хотим, например, этот категориальный переменный, ну или нет, не обязательно категориальный, на самом деле, какую-то другую нарисовать, но не точками, как вот мы там, не знаю, рисуем графики функций, ну и не соединено, то есть, ну, да, не графики функций и не просто точки. Если вот здесь, например, мы рисуем у нас p-класс name, sort выйдет. Ну, соответственно, от класса сколько там вот уникальных имен людей относительно класса было. Ну, вот просто отсортировали и вот нарисовали. Это часть, то, что у нас было на предыдущем уроке, это просто наши грубые пандаса. Что мы там сделали? Посчитали уникальных для имени, сгруппировав по классу, ну, а потом просто нарисовали. Ну, видно, что там. В третьем классе больше всего уникальных было имен. Ну, если вы помните, то у нас в итоге все имена были уникальны, то есть понятно, что у нас в третьем классе там больше людей просто получается. Ну, и видно, что не точки, не график, не ломаная линия, а именно полосочки. Так, вопросы какие-нибудь есть? Можно в чат, можно голосом. Буду считать, что нету. Вроде нет. Это скаттерплот. Это скаттерплот, это просто точки. Х, Y и поставили точку. Сразу сказано, как рисовать не нужно. Соответственно, вот мы хотим нарисовать точки от P-класса. Как мы помним, это три класса. Первый, второй, третий. И сувай. Сувай у нас 0,1. Соответственно, мы нарисовали, ну и что-то получилось совсем грустно. Какие-то у нас 6 точек, и что-то как-то график, не знаю, ничего нам не говорит. Ну, это вполне логично, что оно просто ищет как уникальный. Оно посмотрело, что да, в третьем классе сколько-то людей там умирали. Оно поставило 3-0. Ну, да, из третьего класса кто-то спасался, поставили 1. Из второго класса, да, кто-то умирал, кто-то спасался. Ну, и, соответственно, для первого то же самое. Ну, а вот сколько было их людей, да, как бы, ну, тут никак не отражено. Может быть, не знаю, там 100 точек, но они просто друг за другом. Соответственно, так, этот скаттерплот, он вообще не информативный. И да, так строить не нужно. Что вы сами ничего не поймете. Ну, поймете, что там были значения, но какой-то нужной полезной информации ни вы, ни проверяющий не увидит. Соответственно, вот, как строить нужно. Соответственно, если вот у нас как, получается много каких-то значений. Соответственно, вот здесь. PLT scatter. От чего? Age от far. Ну, как мы помним, age у нас там от 0 до 80, там и могут быть эти дробные значения. Фары — это у нас сколько мы заплатили за билет. Ну, там тоже как бы много разных значений было. Там они тоже могут быть не целыми, и их много. Ну, и видно, что тут график получился более информативный, тут точек больше, и можно сделать какие-то выводы. Да. Соответственно, смотрите, у нас самую большую цену за билет там заплатили люди вот от 30 до 40. Еще какие, и так далее. То есть, ну, видно, что, как бы, не знаю, большинство людей просто заплатили от 0 там, до 50, не знаю, даже практически не завися от возраста. Вот видно, что там много точек. То есть скаттерплот лучше рисовать, когда у нас какие-то, тем более числовые переменные, чтобы как раз получился нормальные точки, нормальное количество точек, скорее всего, и какое-то можно было понять какую-то зависимость. Соответственно, здесь вот важно именно количество.
сколько людей из данного класса выжило, сколько людей из данного класса умерло. Ну, может быть, в каком-то процентном соотношении относительно того-то или относительно того-то, но явно не график просто с точками. Так. Дальше. Суперпозиция графиков. Ну, тут дополнительно, что можно нарисовать какие-то эти линии, ну, прямую, горизонтальную и вертикальную, ну, чтобы можно было тоже понять, как у нас вот примерно располагаются данные. Дальше. Дальше у нас subplots. Subplots — это что? Ну, это как подграфики. Если нам на одной картинке надо несколько графиков, то можно просто subplots добавлять. Здесь у нас, соответственно, у нас будет два subplots. Поэтому мы говорим 1, 2 и 1. Соответственно, у нас в одной строчке будет там два графика, одна строчка, две колонки. Добавляем первый график. Дальше просто пишем вот PLT, через PLT рисуем его, указываем все, что нам надо для этого графика. Дальше добавляем второй график, тоже 1, 2, на месте 1, 2, 2. Ну и тоже, соответственно, рисуем второй график. Ну и видно, что, кстати, здесь у нас нумерация идет с единицы. То есть мы не с нулевого графика начинаем, а с первого. Вот у нас ровно это и получается. Соответственно, видно, что первый график мы что рисовали? Мы рисовали гистограмму возраста. Вот гистограмма возраста и есть. Ой. Сейчас нечаянно увеличила. А во второй у нас была гистограмма платы за билет. Вот она тоже есть. Фары и вот гистограммка. Хотя что еще можно отметить, что по этой гистограммке, например, по правой. Ну, видно, что у нас такой большой первый столбец и какие-то очень маленькие другие. Ну, тоже понятно, что разброс у нас, в общем-то, большой, то есть у нас от 0 до 500 билеты. Но проблема в том, что большинство билетов были очень дешевые, где-то от 0 до 50. Наверное, снова же третий класс какой-нибудь, где дешевле всего и где больше всего пассажиров. То есть у нас получилось большой столбец здесь и вот какие-то совсем, совсем маленькие столбцы правее. Ну и видно, что даже вот от 300 до 400 там вообще столбцов никаких не было. То есть, похоже, были каких-то там у нас два очень-очень дорогих билета. То есть это, можно, вот это у нас как раз какие-то выбросы. То есть если вы хотите на основании вот гистограммы с ценами билетов делать какие-то выводы, то, возможно, стоит как-то еще поработать, вот не относительно не эту только брать, а, например, убрать два самых дорогих билета и нарисовать гистограмму еще раз. То есть если мы уберем выбросы, как у нас будет выглядеть гистограмма? Вот, едем дальше. Теперь у нас дальше задание идет. Обработка признаков и однофакторный анализ. Ну, давайте попробуем. Что? Мы хотим найти признаки, у которых есть пропущенные значения, и обработать пропущенные значения. Ну, логично, что вот мы видели возраст у нас, с возрастом у нас были проблемы, и с кабиной, и с портом, где сел человек. Ну, и нам надо как-то дальше обработать. Мы там, когда будем загонять в модель, там нужны числа, и если там нано, как бы модель не знает, что с ними делать, модель не обрабатывает нано. Ну и даже категориальные признаки числовые. Тут, наверное, вам понятно, что у нас там не класс, что у нас было там пол, по-моему, у нас был написан мужчина-женщина. То есть это строчки, и работать, как работать со строчками, модель тоже не знает. Какая-нибудь простая, типа линейной модели и там Кэнона нашего. Надо перевести их в числки. Давайте. Выведите основные числовые характеристики числовых столбцов. Знаете, кто помнит, как с предыдущего, ну, с предыдущего семинара, что мы здесь делаем? Describe можно написать. Сейчас, что-то плохо слышно. Так, можно еще раз? Describe можно написать. Да, describe. Я пишу здесь data. Давайте. Describe. Ну да, что наш аккаунт, мин, std, мин и так далее. Я откуда-то здесь захат, ну ладно.
Значит, ну, функция не позволяет увидеть наличие пропуска вне числовых столбцов. Ну да, понятно, что мы здесь вывели, но видно здесь только числовые столбцы, то есть нигде здесь столбца имени нету, ну, потому что имя это число, это имя это не числовой столбец, и у имени никакого среднего там, отклонения, еще каких-то квантили, конечно же, нет. Проверьте, есть ли пропуски в столбце. Ну да, мы это уже и даже здесь делали. Вот. Из нулами. Ну вот, у нас было здесь H и так далее. Давайте скопируем. Так что H, кабины и так далее. Так, а, и о, признак секса. Все, проверьте, есть ли пропуск в столбце. Ну, видно, что пропуска в этом столбце нет. Ну, давайте какой-нибудь создадим новый столбец, который, не знаю, назовем sex number. Давайте, хотим превратить там, признак пол из мужчины и женщины превратить там в 0,1. Как мы это можем сделать? Давайте проверим, что тут у нас вообще. Можем создать новый столбец. М? Ну, в прошлый раз мы создавали новый столбец, и мы как-то, по-моему, не помню, тернарный оператор использовали. Mm-hmm. Там, например, минус один, если... Можно же использовать map. Mm-hmm. Ну, соответственно, ну давайте тогда как-нибудь... Так, соответственно, у нас тут три разных пола. Давайте, знаю, что у нас. Давайте я, не знаю, apply сделаем. Давайте, ну, самое простое, что давайте просто применим в какую-нибудь функцию. Давайте лямбда x. Соответственно, что тут у нас? Male, female, unknown. Как у нас тут индекс от x. Давайте так сработаем. NumPy. Как у нас там find. Сейчас вспомни бы функцию NumPy. Сейчас из говна и палок индекс. Давайте. Сейчас у нас что-то много мужчин. Ну, смотрите, теперь у нас, если был male, у нас 0, если female, то 1. Ну, соответственно, если у нас будет unknown, то будет 2. Ну, здесь я просто нашла этот номер пола в нашем списке полов. Ну, можно было бы это сделать, да, как там советую, через какой-нибудь поиск, не знаю, типа... Типа DFSX равно male. Какой-нибудь astype int. Вот теперь у нас, если male, то 1, если female, то 0. Ну, или если female, или unknown. Ну, дальше как-то можно еще, там, можно относительно отдельно там female сделать. Например. Female.
Ну и дальше можно отдельно относительно unknown, ну и можно не делать. Ну, смотря что вам надо. Можно там один столбец сделать, вот какой-нибудь типа, номер, когда мы там 0,1,2. Но можно и отдельно по столбцу, несколько столбцов сделать. Вот. У вас был one-hot encoding на лекциях? Да, был. Да, был. Вот, соответственно, можно применить вот этот one-hot encoding какой-нибудь. Ну, и можно еще там последний столбец сделать относительно unknown. Ну, это если мы делаем это руками. Ну, дальше, соответственно, удалите пассажиров неизвестного пола, так как их всего 5. Давайте, как это можно сделать? Ну, соответственно, можно подумать в другую сторону. Ладно, мы как бы... Как там удалять? Ну, можно помню, дроп в прошлый раз сделать. Там у нас был какой-то дроп, но мы что, мы хорошо умеем выбирать. То есть давайте просто, не знаю, выберем пассажиров, у которых не unknown. Значит, как мы выбираем? DF, что у нас? C, если бы мы хотели выбрать те, у кого unknown. Unknown. Вот. Мы можем выбрать. Так. Ну, давайте просто выберем пассажиров, у которых не unknown. Давайте проверим, что у нас еще было. Давайте DF. Shape. Давайте теперь выберем. Ну, соответственно, у нас было 891 пассажир, а теперь 886 пассажиров. Ну, точно ровно минус 5 пассажиров. Соответственно, тут даже уже как бы... Может быть, усложнить себе задачу, нам достаточно вот какого-нибудь вот этого одного признака теперь. То есть у нас типа, либо мужчина, либо женщина. Поэтому вот можно какой-нибудь секс-намбер, который будет просто там 0, если женщина, или 1, если мужчина, и так далее. Так. Понятно. Давайте плюсики в чат, если понятно. Хорошо, плюсики есть. Хорошо, спасибо. Соответственно, дальше. Задание со звездочкой. Можно ли как-то узнать пол пассажир, которые отнесены к категории unknown? Ладно, мы их уже удалили. Давайте просто посмотрим, какие у нас поля есть. Какие-нибудь есть идеи, как можно в теории узнать пол пассажира? А? Ну, по имени, там, да. Если мистер или мисс в нем указано. Да. У нас есть имя, в которое включается вот, как оно, не титул. Если выжил, то скорее женщина, да. В чате предлагают пойти немного с другой стороны, что через таргет, что выживают чаще женщины, поэтому если выжил, то женщина. Ну, тоже вариант, но тут как бы мы используем таргет, и не всегда такое возможно. Ну да, самое простое это использовать через имя. То есть, ну, можно посмотреть, какие у нас вот эти, не знаю, титулы есть. То есть, мистер, мисс, миссис. Дальше, возможно, не знаю, какой-нибудь доктор или еще что-нибудь. То есть, ну, понятно, что мисс и миссис это точно женщина, мистер это мужчина, а вот, например, с каким-нибудь доктором, тут может оказаться, что, не знаю, может быть, женщина тоже может быть доктор, мужчина может быть доктор. Ну, тут, не знаю, можно попробовать в процентном соотношении. Выбрали всех докторов и посмотрели, там, в каком процентном соотношении. Не знаю, кажется, там 70% докторов, ну, в то время, когда был «Титаник», наверное, даже не знаю, сколько было. Все, наверное, доктора были мужчинами. Ладно, так. Я плохо знаю историю, соответственно. Ну, смотрю процентное соотношение. Оказывается, что 90% докторов – это мужчины, 10% – женщин. То, скорее всего, логичнее предположить, что там этот доктор тоже будет мужчиной. Реально. Так, тут уже нам предлагают кодировку, но мы только что сделали несколько видов. Ну, снова, как влияет пол на выживаемость? Ну, в прошлый раз мы уже смотрели такое.
Теперь SNS, барплот. Ну и вот его нарисовали. Survive, дата. Ну, палет это тоже. Какие цвета мы используем? Тут summer, как я понимаю, это типа травка зеленеет, солнышко блестит. То есть, вот и зелененькие цвета. Что-то в семинаре неожиданно DF сменился на дата. Ладно. Соответственно, можно нарисовать, как влияет пол человека и класс билета на выживаемость. Ну, тут тоже стандартно X, Y, hue для разделения по цвету. Теперь у нас палетка — это осень. Теперь у нас листья желтые над городом кружатся. Соответственно, теперь у нас не зеленые, а желтые и оранжевые цвета. Ну, тут тоже стандартно, что женщины, да, выживают побольше. Теперь ящик с усами. Соответственно, тут factor plot, box plot. Ящик с усами, вот на самом деле, хороший тип графика. Он помогает тоже понять что-то про распределение. Соответственно, как он строится, что, ну, видно, что тут есть ящичек посредине. Это у нас где-то вот основные данные, которые есть. Значит, посерединке идет медиана, и вот эти последние, как они, вот эти конец, вот эти усы, блин, не знаю, как их правильно назвать, ножки, как у бокалов, это как раз концы, там, нижний и верхний. Но точки за ножками, это уже идут выбросы, которые как раз не попадают в основное распределение. То есть, ну, вот видно, что у мужчин там была парочка очень-очень старых людей, вот 70-80, они в основное распределение не попали. Ну, тут снова же видно, что в основном люди от 20 до 40 лет. Вот видно, что цветные ящички находятся именно в этом промежутке. Ну и давайте, что можно сказать относительно распределения возраста по полу? Давайте, что мы можем вынести из этого графика? В среднем мужчины чуть старше были, чем женщины. Ну да, видно, что как бы, ну тут на самом деле совсем чуть-чуть, что если мы видим где-то вот, медиана средняя, где-то у мужчин 30, у женщин, не знаю, 28. Ну да, у женщин, например, особо старых не было, ну, таких прям старых-старых, там больше где-то 63, наверное, конец. То у мужчин было и были некоторые выбросы. То есть, ну, на самом деле, не так существенно. То есть, обычно, бывает, да, когда эти графики, эти ящики совсем-совсем разные, на разном уровне. А тут вполне-вполне нормально. Ну и примерно они одинаковой высоты получаются. Так. Ну, также можно добавить какое-то дополнительное разделение. Снова у нас по X был пол, по Y возраст, а теперь у нас по X пол, по Y возраст, но дополнительный hue, разделение по цветам относительно класса. Ну, тут снова же. И уже несколько разных графиков для каждого пола. Вот как раз тут как раз видно, что здесь вот много разных ящиков, что вот прямо оно, что относительно класса age сильно разнится. Видно, что в каком-то в первом классе там мужчины были от 30 до 50, там во втором, вот, не знаю, 25 до 45, а в третьем от 20 до 30. Ну и видно, что какие выбросы были. Во втором-третьем классе для мужчин. Но видно, что теперь уже вот эти большие возраста, которые были выбросами выше, вот от 70 до 80, тут уже выбросами быть перестали, они уже входят в общее распределение. То есть они не особо где-то выбрасываются. Ну и, соответственно, для женщин тоже примерно то же самое, что тоже ящики относительно класса изменяются, но и выбросов становится меньше. Меньше, чем у мужчин. Так, сейчас опять.
Теперь мы идем обрабатывать признак embarked. Это то, из какого порта выехал пассажир. Там их три, если не ошибаюсь, было. Да. SCQ. Ну, в предыдущем семинаре можете посмотреть, какие это конкретно порты были. Первая, просто первая буква. Ну, видно, что больше всего есть порт S, потом порт C, потом порт Q. Ну и два нано тоже есть. Соответственно, два каких-то зайца. Соответственно, удалить таблицу пассажиров, для которых неизвестен порт посадки. Соответственно, вот тут как раз используется что-то новое, используется вот drop na. Ну, drop na это как удали наны. Ну, дальше указ subset относительно каких столбцов. То есть мы убираем те строки, где в столбце embarked none. Ну и просто in place true, как я уже говорила. Многие функции не in place, и надо писать df равно df и приведи функцию. Но или можно сделать просто in place. Конечно, можно удалить. Ну и да, помните, у нас, когда мы удалили людей с неизвестным полом, у нас как раз оставалось 886 пассажиров, так что теперь уже 884, когда мы двоих зайцев удалили. Ну, если, как бы, если что, можно было бы, не знаю, просто выбрать те строчки, в которых не нам. Как мы в прошлый раз сделали, выбирали те, которые не unknown, тут можно было бы там not, этот, столбец из на. Такой вариант тоже работает. Соответственно, вот как раз снова one-hot encoding используется. Ну, как бы я писала там, прилагала свой кустарный для каждого проверить или еще каким-то образом. Ну, понятно, что для всего этого уже функции реализованы, и как бы самим писать это не надо. Функция getDummies, dropFirst. Что такое dropFirst? Ну, это как бы если нам не хочется совсем уж все закодировать, знаете, у нас здесь получилось embarked Q и embarked S, ну и все. А у нас изначально было три штуки. У нас было S, C, Q. А теперь у нас есть только что, только S и Q. То есть C мы куда-то потеряли. Ну, почему мы можем его потерять? Ну, просто если два нуля, то значит из C. Да, что если... Нам он просто уже не нужен, какая-то излишняя информация. Мы понимаем, что порт мог быть только один. У нас три варианта. Мы как бы, мы, если мы знаем ответ на вот два варианта, то, конечно, на третий мы тоже знаем. То если у нас два нуля, то, понятно, это из третьего. Если в один из вот этих портов единица, значит, вот в этом порте и в последнем порте точно ноль. То есть мы немного экономим на столбцах. Ну, соответственно, можно было бы и без этого. То есть вот one-hot encode привели. Так, wait, пропущенные значения. Ну, мы с вами проверяли уже несколько раз, что wait было немного пропущено значений. Соответственно, теперь идея заполнить. Соответственно, мы не хотим уже выкидывать наши строчки с нанами. Давайте посмотрим, где тут было. Почему? Ну, возможно, почему? Потому что, ну, наверное, данных все-таки много. Понятно, что там вот два зайца, ну, типа, ладно, как бы мы проживем без этих двух зайцев. А вот H там уже где-то 20% датасета. То есть, как бы, выкидывать 20% датасета, ну, это как бы плохо. Потому что мы сейчас выкинем 20, потом там в следующем каком-нибудь у нас в столбце окажется, что тоже есть пропуски, и тоже мы выкинем. Короче, у нас датасета дальше уже не останется. То есть, логичнее чем-то заменить. Нет, ну, чем можно заменить? Ну, вот здесь предлагается заменить медианой. Также в теории, не знаю, можно заменить средним. Не знаю, можно даже попробовать нулем заменить в теории, чтобы это не мешалось. Но на самом деле вот медианы или средние это самое такое оптимальное. В общем, как бы не будет ни в ту, ни в другую сторону нас перетягивать. Нашли медиану и заменили. Давайте нарисуем. Ну, соответственно, теперь у нас видно, что
вот около там 30 лет мы видим очень-очень большой такой пик, очень большой столбец. Ну, лично у нас 20% датасета содержало пропущенное значение, и 20% датасета мы вот заменили. С чем мы тут заменили? Давайте проверим. Заменили одним значением. Это у нас 28. То есть, да. 20% датасета у нас дополнительно докинулось 28, ну, 28 лет относительно того, что было. Ну и понятно, что там этот столбец будет впереди планеты всей. Ну, следующее это, ну, еще какие-то дополнительные графики. Соответственно, вот распределение по класс по возрастам, типа face grid, facet map, где плот. Ну да, довольно такой синтаксис. Ну, тоже нарисовали KDE, это у нас плотность, грубо говоря. То есть мы нарисовали вот график вот этого распределения. Ну, просто распределение. То есть вместо не просто этой гистограммка, а вот гистограммка с распределением. Ну, тоже примерно понятно, что здесь как раз мы немного вот эти... Ну, сделали не дискретное распределение, а непрерывное. Ну, тоже понятно, что как раз здесь класс третий. Ну, и видно, что, скорее всего, именно в третьем классе там было больше всего пропущенных значений. Ну, и везде, на самом деле, были. То есть пик есть здесь, есть везде. Но распределение видно примерно одинаковое. Например, для второго и третьего класса, ну, пик есть. Соответственно, даже вот здесь какой-то дополнительный пик слева около нуля тоже наблюдается. Так, пока понятно? Если в фаре пропущенные значения, ладно, мне... Леонид, это копипастить. Значит, но в фаре пропущенных значений у нас нету. У нас здесь ноль. Не знаю, если пропущенные значения, заполнить медианы значения фары. Ну, фары нет, соответственно, не знаю. Нет. Так, соответственно, по класс. Ну, да, здесь как раз уже просто посчитали value count, соответственно. По классе пропущенных значений у нас нет. Ну, мы снова вспоминаем то, что мы писали раньше. Соответственно, тоже. Тоже. Теперь нам за это заменять ничего пока особо не надо. Давайте гистограмму выживаем в зависимости от P-класс. Да, давайте. Yes. Где у нас тут было? Ну, давайте гистограмму выживаемости. Скорее, бар-плот, а не гистограмма. Чего у нас от P-класс? Я правильно напишу слово P-класс? Ну, тут как бы то же самое, что мы наблюдали на предыдущем занятии. Ну, у нас чем класс выше, тем больше вероятность выше, то есть тем больше выживших. Соответственно, ну, тоже вполне понятно и типа, ничего удивительного. Так. Давайте теперь к CBSP. Так, если кто-то не помнит, то это количество... братьев, сестер, там, кузена, кузенов, кузин каких-нибудь, и там супругов. Ну и понятно, что людей примерно вашего, людей примерно такого же возраста, как и пассажир. Пропущенных значений нет. Ну и видно, что немного оно такое распределение смещенное, что вот 0,603 пассажира, 1,207. Ну, наверное, кто-нибудь, не знаю, с женой или с мужем путешествует. Ну, дальше 2, 4, 3, 8, 7, 5. Ну, это уже где-то меньше людей, но какие-нибудь большие семьи, наверное. Но чаще всего люди там в одиночку. Так, теперь то же самое для пар. Число родителей и детей. Ну, снова видно, что большинство 0,
То есть без детей и без родителей. Один 118 тоже, наверное, там с мамой или там с ребенком. Ну и дальше, понятно, меньше. Так. Ладно. Следующее. Пассенджер ID является категориально не несет важной информации. Удалите его. Пойти. Вот идея. Почему пассенджер ID не несет никакой информации, почему мы его удаляем? Ну, наверное, в целом он это нужен был именно как, чтобы, как показатель уникальности каждого. Но мы можем сейчас минутку, я попытаюсь что-то своим звуком сделать, то я вообще ничего не слышу. Так, попробуйте еще раз сказать. Ну, он нам не нужен, потому что у нас есть... Ну, он вообще нужен был как уникальный ключ, наверное, но мы можем уникальный ключ назначить чему-нибудь другому, и он не отражает... Ну, как бы нельзя сказать... Из-за какого, с каким ID люди больше выжили, так у каждого свой ID. Mm-hmm. Ну да, грубо говоря, он вообще просто уникальный идентификатор. То есть, если мы оставим этот параметр, то это способ модели просто выучить изначальные значения. Ну, то есть правильно, выучить правильные ответы. И чтобы мы не построили, любая модель может сказать, а, если ID 1, ну, я точно помню, что как бы у ID 1 человек по ID 1 выжил. Все, значит, он выжил. По ID 2, значит, там точно умер. То есть другие, никакие другие столбцы ему модели нужны не будут, потому что у нас ID – это как раз вот то, где мы можем прям захардкодить наши результаты. Ну и да, он уникальный идентификатор, он не несет никакой вот именно информации, как вот. То есть, чего человека этот идентификатор просто потому, что его как-то так назвали. То есть, даже имена могут нести какую-нибудь эту важную информацию, что вот там мистер, миссис, тоже пол какой-нибудь, еще не знаю, там, из какого он, ну, там, класса может помочь нам, с какой вероятностью он выживет. А ID, он просто, он у нас, он уникальный, и как раз он вот просто хардкодит ответы. И понятно, что да, ID надо удалять. Давайте DF drop, columns. Так. Пробел. Выкинули его. Так. Дальше. Исследование признаков feature engineering. Матрицу корреляции числовых признаков между собой и целевой переменной. Я не понимаю, мы это же уже рисовали. Ладно. Соответственно, нам надо выбрать только числовые признаки. Ладно. Какие мы там столбцы выбираем? Что у нас числовое было? Кто помнит? Давайте заглянем вот сюда. Что тут у нас было? Где? Давно было. Вот. Ну, Passenger ID, понятно, нам сейчас уже не нужен. Типа survived. Ну, тоже как числовой категориальный, скорее категориальный. P-класс у нас числовой или категориальный? Скорее категориальный. Ну, то есть там цифры только для того, чтобы разделять, на самом деле, это, насколько это дорого просто означает. Ну да, что как бы, ну, первый, второй, третий, да, скорее всего, ну, больше категория, потому что как бы мы, скорее всего, классы больше-меньше не сравниваем, но, с другой стороны, мы видели там вполне себе линейную зависимость от класса, то есть в теории его можно даже воспринять как числовой, но да, лучше категорию. Дальше у нас age. H у нас числовой? Да. Ну да, что, скорее всего, да. У нас много уникальных значений, и мы все-таки скорее можем понять, что больше, что меньше. Там 80 лет человеку, там больше, чем человеку 3 года. HibSP и Parch, ну, тоже логично сделать его числовым. Это как раз у нас чиселки. Ну и фары тоже числовой. Сколько мы заплатили, это прям чиселка.
Давайте его перенесем сюда. Где у нас? Соответственно, что у нас был H. Пары. Хиб. СП. Короче, так, я надеюсь, я правильно написала. Эти. Название столбцов. Ну, давайте теперь. Ну, нарисовали очередной хитмап. Ну, здесь тут просто как-то его красиво описали. Выбрали color map какой-то. RDBU, ладно. Затрудняюсь расшифровать его. Выбрали размер. Сделали название графика. Нарисовали хитмап относительно чего? Соответственно, корреляцию. Line width, Vmax, square, ну что, квадратиками, ну, color map, line color, ну и так далее. То есть указали много каких-то дополнительных аргументов, ну, чтобы было красиво. Так. Ладно, что еще тоже. Ну и понятно, дальше мы делаем какие-нибудь выводы из этого графика. Что у нас там? Какие-то большие коррелиации. CBSP у нас коррелирует сильно с возрастом. Ну, тоже, наверное, понятно, что, не знаю, люди около 30 лет, они там, скорее всего, там либо одни, либо с супругой. Если там человек, не знаю, 30 лет, путешествует с 10 братьями и сестрами. А наоборот, маленькие дети могут путешествовать с братьями и сестрами. И, ну, парч тоже имеет большую корреляцию. Снова же человек взрослый, скорее всего, там будет путешествовать с детьми. Там, если ребенок маленький, то он путешествует как минимум там одним родителем. Ну, здесь тоже дополнительно снова попарные зависимости некоторых признаков можно смотреть. Pair plot, то, с чего мы начали семинар. Тоже смотрим, делаем какие-нибудь выводы. Вот какой-нибудь, не знаю, парч и P-класс. Можем примерно... Ну, тут, конечно, не очень получается, но стоит точками, и сложно понять, сколько точек за ним. И все распределение и так далее. Значит, дальше. Признак может быть запрямленный и снижать лишнюю, слишком детализированную детализацию. Слишком детализированную информацию. Бинаризация признака. Ну, понятно, что, как бы, может быть, там, не знаю, нас не интересует совсем прям возраст, а нам просто интересует, не знаю, там, как это, младенец, там, тоддлер, как это, не знаю, там, детсадовец, там, не знаю, начальная школа, там, средняя школа, типа, подросток, там, молодой человек, среднего возраста и, там, старик. Возможно, нам как раз вот эти 70-80 лет нам уже не важно. Просто мы знаем, что он старик. Можно бинаризовать. То есть уже не как сделать не числовой, а вот какими-то категориями сделать, чтобы меньше значений было. Я продолжу заменять дата на DF. Не знаю зачем, но ладно. Есть функции pdcat, разбиение целочисленных данных на несколько интервалов по квантилям. Ну, то, что мы, помните, с вами смотрели в describe, нам указаны квантили. Qcat, разбиение числовых данных на несколько интервалов по квантилям. Ну, понятно, что вот. Вот мы как раз получаем наши интервалы. И вот они уже даже красиво выводятся нам как интервалы. Вот от 16 до 32 включает 32, от 32 не включает до 48 и так далее. Да. Дальше переводим label encoding. Label encoder. Так. Был label encoder. На лекциях. Да, наверное, не было. Ну, короче, что такое у нас? Ну, encoder. Encoder — это то, что, ну, как раз one-hot, который у нас переводит категориальный признак в какие-то числа. One-hot у нас просто создает столько столбцов, сколько у нас было разных значений, и каждому там 0, 1. Ну, и там может удалить один из последних столбцов. Label encoder — ну, это просто замена
на числа, на один столбец числа без какого-то там осмысленного порядка, просто там, просто как ID в этом в списке уникальных. То есть, не знаю, у нас был, вот, не знаю, мужчина, женщина, unknown, мы заменили 0, 1, 2. То есть, ну, мы просто заменили там строчку или там еще что-то на целое число. И никакой порядок, ничего там нигде не учитывает. Почему мужчина там заменился на 1, женщина на 0? Да фиг его знает. Просто они в таком порядке идут в уникальных, там, по какой-нибудь, по там, алфавиту или там что-нибудь еще. И поэтому, когда мы, не знаю, будем использовать какой-то порядок на то, что мы получили после лейбл энкодера, может получиться не совсем корректно. То есть мы можем считать, что там, не знаю, женщина больше мужчины, там больше анноуна, но это ниоткуда не следует. Понятно? Вот тут HBIN код. То есть вот у нас был этот бин, в который попал Edge. Был бин от 16.32. У него ID 1. Соответственно, у всего Edge бин 16.32, у любых других строчек будет везде 1. Вот здесь тоже 1, там и так далее. От 32 до 48. Здесь 2. То есть везде от 32 до 48 будет 2. То есть мы просто переименовали. То есть вместо строчек там сделали число нормальное. Давайте теперь то же самое сделаем с фарой, используя разбиение на 4 интервала. Ну, давайте просто отсюда возьмем. Давайте. Это у нас 4. Initial bin, far bin. Давайте вот так. Так, смотрите, что-то здесь не так. Но почему не так? Потому что... Где здесь было? Тут у нас работает целочисленных данных, и, скорее всего, надо использовать cookat. Давайте попробуем. Cookat. Видно. Но теперь у нас нормальное разбиение. А почему у нас совпадают, ну вот, например, нулевой там со вторым, первый с третьим? Так, сейчас. Ну, потому что это мы просто head попросили. А, да, все, спасибо. Сейчас, давайте лучше unique посмотрим, а то head может сбивать. Давайте unique. Вот здесь видно, что... Раз, два, три, четыре. Ну, если они просто в неудобном порядке, вот от минус 0,01 до 7 не включая, от 7 не включая, от 14 включая, от 14 не включая до 31 включая, это 31 не включая до 512 включая. Ну и вот как раз вот что это категории, и вот как раз даже описывается порядок на этих категориях. Дальше вот предлагается дальше немного поработать с текстовыми данными. Так, мы в прошлый раз немного уже трогали этот столбец, мы там выделяли фамилию, рассмотрели, вот сколько людей с той или иной фамилией. Так. Соответственно, можно попробовать сконструировать вот новый признак относительно этих текстовых данных. Ну, здесь мы вот видели, что парчи CBSP слабо коррелируют с уживаемостью. Так, давайте. Мы это, наверное, увидели, но уже забыли. Вот, вернемся к этому графику. CBSP и parch. И здесь выживаемость. Это у нас второй столбец. Ну, видно, что у CBSP корреляция минус 0.04, у parch 0.08. Ну, понятно, что эта корреляция довольно маленькая. Нет, это... Скорее всего, оно не будет особо полезным. Я не знаю.
Ну, если подумать, не знаю, коррелирует ли количество детей или родителей на то, выживешь ты или нет. Все же, наверное, сложно сказать. Там, с одной стороны, если у тебя там есть один родитель, то, скорее всего, там ты, ну, ты ребенок, и поэтому там тебя спасут. Или там, или еще что-то. Хотя, если у тебя там, не знаю, много детей, ой, спасут ли тебя? Ну, скорее всего, будет играть тебя в каком ты классе или там еще что-нибудь. Сразу придумать, почему оно может хорошо коррелировать, сложно. Ну, скорее всего, поэтому оно и не коррелирует. Ладно, да. Под это подпиливаем гипотезы под данные. Да. Ладно. Так, слабый коррелируется с конфигурированием новые признаки. Ну, то есть, создайте признак NameLand, запишите в него длину имени. Ладно, ну давайте, как мы это делаем? Ну, можно, наверное, apply на столбец name и там какую-нибудь лямбду, типа x size. Ну, давайте. Apply. Давайте. Лямбда. X. Давайте, длина имени. Сейчас надо подумать. Длина имени — это у нас количество чего? Слов в имени или просто символов? Ну, давайте, давайте просто. Len x. Только раз дальше. Мы пытаемся понять, не знаю, что нам нужно. Давайте. F. Sample. Где-то у нас в конце, ну, да, длина имени 22, длина имени 13, 29. Ну, там стрип добавить какой-нибудь. Стрип. Ну, стрип тут, ну, скорее всего, какие-то в конце backslash-n убирают. Ну, ладно, давайте стрип. Ну, даже, скорее всего, 14, 15. Ладно, что тут у нас? Какое-то длинное имя. Лоб, миссис, Уильям, Арфур, Корделия, К. Станлинг. Ладно, это, наверное, какой-то... А, типа, ее, наверное, имя женщины, до, типа, с девичьей фамилией, потом, ну, вот, миссис, потом и, наверное, имя супруга и фамилия. Чего? Может, не знаю, оказаться, что... длинные имена вот из-за такого построения у женщин, и там, не знаю, женщины выживают чаще, мы это уже видели, возможно, как бы у нас будет корреляция длины имени и выживаемости. Ладно, это я придумываю. Ахех. Ладно. Так, следующий признак. Family size равный parch плюс cbsp плюс 1. Ладно, зачем добавлять 1? Просто себя посчитать. Себя добавить. Ну да, что тут у нас признак размер семьи, и мы просто добавляем, ну да, себя. Давайте, как мы, что мы здесь делаем? Здесь есть. CBSP, как оно пишется, CBSP, большой буквы. У нас есть CBSP, дальше типа DF parch и где-то один. Ну, давайте просто их сложим. У нас же это получается series, PD series, это практически как array numpy, но с добавлением лейблов. Ну, лейблы так у нас будут совпадать, когда мы берем разные столбцы. Ну, а плюс один у нас тоже спокойно сработает, как бы мы к numpy array спокойно добавляли единичку. Теперь, не знаю, df. Давайте посмотрим. Вот у нас первый же. cbsp 2 parch 2, значит, 2 плюс 2 плюс 1, 5. И вот ровно это у нас family size лежит. То есть мы можем применять к нашим столбцам какие-то эти там, обычные операции. Мы можем складывать, умножать, еще что-то.
Почему мы здесь применяли apply? Ну, потому что у нас нет, как, нет какой-то стандартной функции, которая бы нам посчитала длину строки вот в by, ну, в series. Ну, или она есть, но я ее не помню. Понятно. Надеюсь, что понятно. То есть вот так работать можно и так удобнее. То есть мы, тут мы можем использовать несколько столбцов, и вполне понятно, что происходит. Это уже, это, в общем-то, аналог цикла. Is alone, который показывает, почувствует человек один или с семьей. Так. Так, здесь какие идеи? Не знаю, как проверить, путешествовал ли человек с семьей? Ну, надо посмотреть на family size. Если один, то один. Да, логично, что... Да, это вообще что есть. То есть, ну, что мы должны? Family size равно один. И тогда у нас будет true или false. True, если один, false, если не один. Ну, теперь нам надо только его сделать числовым. Type. Ну, теперь is alone. Вот первый там ноль. Ну да, у него что? Да, у него, да, три там брата или сестры, а там один родитель. Соответственно, он не один. 309, да, у него нет ни братьев, ни сестер, ни супругов, ни родителей, ни детей, он один. И там 325 тоже. Здесь мы просто преобразуем, получаем true-false. У нас здесь pd-series из истинной, ну, истинной ложь. Ну и дальше as type int мы просто, если хотим, получить целое число. Тогда мы true-false преобразуем в int, у нас там 0 для false и 1 для true. Это ровно то, что нам надо. Так. Смотрим, как коррелируют эти. Так, сейчас бинаризованное. У нас было. Давайте скопируем вот штуку для корреляции. Самый простой хитмап. Так, что у нас тут? ДФР. Ой, так. Ладно, короче, вот это пример еще одного плохого графика, что у нас слишком много данных. Так. Ладно, давайте немного кустарно. Давайте скинем то, что нам не надо. Что нам не надо? Нам не надо... Так, P-класс age нормально, себе свой parch var, sex number... Male, female, male embarked, age, bin code, name, length, family size, alone. Ладно, давайте P-класс выкинем. Мы его уже несколько раз смотрели. Age у нас, мы age там бинаризовали, нам уже он не нужен. Parch, CBSP тоже. И фары мы бинаризовали ее в итоге или нет, не помню. Сейчас мы должны были где-то это сделать. Фары и бин. Где-то делали, но потеряли. И не поставили новую. Так, ладно, вот она уже покрасивее. Так, что-то в фаре бин все еще не отобразилось. А, там, наверное, там она же строчками сейчас надо было ее. Мы ее бинаризовали.
и лейбл энкодер надо применить. Так. Сейчас. Так, фары. Так. Сейчас, короче, да, я все позаменяла, не то, что надо было. Сейчас все будет. Все, так. Так, ладно, была заминка, что забыл бинаризованный признак преобразовать лейбл энкодер. Ну, там были у нас строчки, но понятно, что строчки никак корреляцию не покажут. Так. Что мы тут видим? Давайте. Ну, понятно, сами с тобой признаки. Что еще мы можем увидеть? У нас вот какие-то большие корреляции есть. Из-за чего происходит нам такие вот корреляция минус один и один? Почему они такие большие? Ну, это же вот эти признаки, которые об одном и том же. Типа male, female и пол. Да, правильно. Что вот у нас male и, male, и что там? И female коррелируют с минус один. Ну, снова же, потому что мы так и создавали. У нас были либо мужчина, либо женщина. И понятно, что если у мужчины один, то у женщины точно ноль, и наоборот. Понятно, что поэтому они там точно и выдадут такую большую корреляцию. Вполне логично. Ну и тоже sex number у нас там male, female, unknown. Ну там снова же из-за этого. Там просто добавляется еще unknown, который мы потом выкинули. Давайте тогда заодно уберем какой-нибудь, не знаю, male, и уберем sex number. Ну, теперь покрасивее, то есть уже нет такого этого. Что еще мы видим? Ну, с большими размерами. Из-за long family size. Минус 0,69. Ну, снова, из-за того, что мы создавали из-за long на основе family size. Видишь, что у нас, если из-за long один, то family size тоже обязательно один. Ну, соответственно, если family size больше, то изолон уже ноль. Ну, поэтому она не точно минус один, но просто очень большая. Потому что дальше, конечно, немного уже не отслеживается. Если он там, если не один, то там уже размер семьи может быть 2, 3 и так далее. Ну, большая. Так. Еще, соответственно, есть. Например, ну, embarked Q, embarked S тоже довольно большая. Ну, снова же, это у нас там снова признаки, которые получились через one hot encoder. Ну, и у нас снова было три только в этот раз порта. И один мы оставили. И выкинули, мы оставили людей, из которых там порта C выехали, но просто сюда не включили. Поэтому корреляция есть, но не прям полная-полная, потому что там есть еще один забытый порт. Так, что у нас еще коррелирует? Is alone и ferry bin code. Ну, это даже неожиданно, что у нас один ли человек путешествует, связано с ценой на его билет. Вот это, кстати, может быть интересным, как бы, почему оно связано. Да, есть вариант, что там какой-нибудь более дешевый, если там семья большая, они покупают типа дешевые билеты или что-нибудь еще. Короче, интересное получилось. Если я там ничего выше не напутал, и это правильные данные. Ага. Так, ну что еще, не знаю, Nameland, например. Видно, что большая корреляция как раз с женщиной, что Nameland 0,45. Ну, снова же, потому что у женщин там вот какие-то дополнительные информации в скобочках указывалось. Имя женщины и ее там девичья фамилия, что там было. У мужчин только их имя. Ну, и что еще можно, Nameland. Ну, что забавная корреляция Nameland и Isalon. Nameland is alone, да. Ну, тут снова же, может быть, из-за того, что вот у женщины большая длина имени, скорее всего, вот, там, в 1900
18-м или в каком был «Титаник», блин. Так, ладно. Короче, вот в начале 20 века женщин, скорее всего, там так особо одни не путешествовали, поэтому логично, что там, если женщина едет, у нее большая длина имени, и она не едет одна, она обязательно едет с семьей. Да, действительно забавно. Но видно, что они все-таки как-то, по-моему, друг из друга довольно сильно выезжают. То есть, по-моему, есть такое основное, это пол, возраст и класс, в котором они едут. И вот из всего этого, по-моему, много других каких-то забавных корреляций вылезают. Так. Ладно, дальше еще какие-то задания, новые осмысленные признаки. Ладно, верующий признак имеет маду, по-моему, для краса выжимаясь, то это означает, что он не влияет на выжимаясь, бесполезен для нашей задачи. Ладно, давайте. Давайте на вот этот вопрос. Какие есть идеи по этому поводу? Ну, смотрите, что у нас корреляция? Корреляция, она, грубо говоря, отвечает на вопрос. При увеличении параметра x увеличивается, ну, или уменьшается параметр y. То есть, если корреляция большая, значит, что при увеличении там, параметра x, параметр y там тоже увеличивается. Но здесь есть возможность, что а если там, не знаю, где-то посредине. То есть, допустим, вот мы label encoder закодили там вот, ну, класс, допустим, и, не знаю, вот оказалось бы, что у нас выживал не там первый класс, а выживал, не знаю, второй класс. Вот, не знаю, у второго класса, не знаю, палубы были ближе к выходу, не знаю. Поэтому вот из первого класса все умирали, из третьего класса все умирали, а из второго выживали. Тогда бы с выживаемостью у нас оказалось особой корреляции. Получилось, нет, как бы мы увеличиваем признак, а выживаемость не увеличивается, не уменьшается. Ну, то есть в обе стороны она бы уменьшалась. То есть такой прямой корреляции у нас бы не было. И могло бы оказаться, что вот такой признак не особо коррелировал. А был бы, возможно, даже очень полезно. Понятно? То есть корреляция довольно она однобокая, она вот смотрит именно в этот, вот как в прямую. От того, что там могут быть вот зависимость как от категории, зависимость там еще от чего-то, где-то, не знаю, посредине, вот что среднее значение подходит, вот такое она не отслеживает. Понятно? Ну да, понятно, да. Хорошо, ладно, так, тогда сейчас вопрос в чате, сейчас был вопрос про префикс U. Сейчас вот префикс U – это значит, что кодировка Unicode. Просто что дальнейший текст написан в Unicode. То есть здесь не знаю, насколько он будет полезен, но иногда бывают какие-то проблемы с кодировкой, особенно когда используют какие-нибудь дополнительные символы, типа русских букв, еще чего-то, то такое поможет. И здесь оно там особо, по-моему, не играет роли. Это не к пандусу, это просто к питону. Так, ладно, еще вопросы есть? Ну ладно, тогда давайте завершать. Всем спасибо, до свидания. Спасибо большое, до свидания. До свидания.